Артем, едем на горку. Ярослава едет на горку на вот такой вот шайбе. Мы к ней привязали веревку и тащим ее, потому что снега очень много по колено. Смотрите, какая она деловая. Руку под голову и поехала. Папа сегодня у нас в роли лошадки. Ну как тебе, принцесса? Смотрите, ребят, какой у нас мальчик красавчик сегодня. Или девочка. А, девочка, я путаюсь. В каком костюмчике зайчика? Заехали в тенечек. Сегодня такая классная погода, солнце на улице. Не сильно холодно и очень-очень много снега. А ты не хочешь пройтись? Нет? Ого, смотри, сейчас будешь съезжать. Оп! Молодец, удержалась. Мы уже пришли на горку. И делаем первые шаги по катанию, накатываем дорогу. Накатала. Ну не сильно далеко поехал. Сейчас папа прокатится, он тяжелее весом. И будет еще дальше. Смотрите, черепашка-ниндзя. А может я черепашка-ниндзя? Ты черепашка-ниндзя, как тебя зовут? Донателла? А как? Не хочу. О, ребят, посмотрите на нашу Катюшу, где она сидит. Наблюдает за Ярославой. Она ее не берет кататься, поэтому ей приходится сидеть на заборчике, ждать Ярославу. Попытка номер два. Уже дальше. Сейчас Ярослава будет съезжать вместе с папой. Будут накатывать себе трассу для катания. Ребят, по-моему, вас не ту сторону занесло. Ну, не получилось. Побежали наверх. Кто как выбирается? Ярослава вот так вот на четвереньках. Вауч, смотри, насколько дальше проехала. Ясь, ты хоть бы Катюшу прокатила, а то мне ее так жалко. Сидит там на заборчике, ждет тебя. Прокатишь? А сейчас я попробую покатать Катюшу. Снимай ее. Упала наша Катюша. Бедняжка. Смотри, что с ней случилось. Снега наелась. Она будет кататься одна у нас в шайбе. Ярослава ее будет за веревочку туда-сюда опускать и поднимать. Давай пробовать. Поехала! Бросила я за веревочку. Я, если честно, так и думала, что так будет. А я тебе говорила, съезжай с ней вместе. Все равно пришлось бежать. Ой. Ну ты нас смешила, Ярослава. Поднимай теперь ее наверх, тяни. Вообще веревка оторвалась. Попытка номер два. Поехали, Катюша. Оп. Назад. А ты ее до конца вытягивай наверх. Затягивай к себе полностью. Тяни, тяни вот так. Ярослава запутается сама уже в этой веревке.
В общем, вот так вот, ребята, катается наша Катюша. Поехали! Катюша чуть не выпала, ты видела? Ну, держалась, Катюша, ты пыль. А теперь попробуем с раскруточкой. Класс! А сейчас попробуем повеселиться. Ярослава, держись крепко. Папа попробует тебя раскружить, а ты постарайся не выпасть. А это такой аттракцион, да? Да, аттракцион. Держись, держись! Опа! Вот такой у нас аттракцион. Выпала. Оп! Что такое? Я не знаю, что это было. Я не знаю, что это было. Давай, держись крепко. Круто. И я так хочу. Девушка! Вы в порядке? Нет! Можно побыстрее, говорит. Я не могу. Папа уже устал, Ярослава. Смотрите, смотрите, что они выкатали, как будто тарелка НЛО какая-то приземлилась. Вот такой, ребята, у нас бесплатный аттракцион. Вылетел опять. Качай. Попробуем по-другому. Ярослава будет лежать. Лежа на животе. Видишь, не получается, ты сразу выпадаешь. Ну я удержусь, ну правда. Что за поза? Ну хватит, давай папа уже отдохнет, а ты просто побегай, погуляй. А, папу теперь покатаешь, папа просит? Да. Да? Он тебя катал, а ты его, давай. Тяни! С места хоть сдвинешь его. Давай, 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 тяни, тяни. Давай сильнее. Ой, а чьи это ушки? По-моему, эти ушки моей Катюшки. А что, она закопалась в сугробе? Не знаю. Тяни, тяни, тяни. Опа! А вот и наша Катюша. Пока мы катались, она здесь закопалась в сугробе. А мне кажется, что нет. Она просто, наверное, себе домик придумала. Ну ладно, иди, Катюша, в домик. Иди. Я
тебя за руль обратно. Пусть там она погреется пока что в одеялке. И я тоже погреюсь. Давай теперь руку, аккуратно, аккуратно, давай руку. Опа, вставай. Получился, почему не получился, смотри какой. Бабочка. Да, бабочка. Настоящая бабочка. Ребята, моя самая обычная прогулочка. Всем пока, подписывайтесь на канал и ставьте пальчик вверх. Пока-пока.